В Атырау выборный процесс проходит без нарушений. Таково мнение наблюдателей от Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами. Они уже готовят первые отчеты. Избирательные участки открылись вовремя. За ходом выборов здесь следят 28 международных наблюдателей. По состоянию на данный час никаких нарушений выборного законодательства в регионе не зарегистрировано. В области также работают 12 закрытых участков. Это учреждения здравоохранения, войсковые части и объекты МВД. По Атырауской области работает 232 избирательных участка. На всех дежурят наши наблюдатели. Выборный процесс проходит без нарушений. Активность избирателей хорошая. Представители комиссии по контролю за выборами работают сегодня и в Актюбинской области. Здесь за прозрачностью электоральной кампании следят 521 наблюдатель. В комиссию вошли видные общественные деятели, эксперты и журналисты. По словам наблюдателей, население области проявляет высокую активность на выборах. К примеру, на избирательном участке номер 7 в списках избирателей числятся 2600 человек. Через каждые два часа наши наблюдатели сообщают областной штаб о итогах выборов. Но на данный момент никаких таких вопросов не возникало. Люди приходят на избирательные участки с душой, с настроением.